Всем привет! И снова мы в клубе коллекционеров Караганды. Тут сегодня совмещенная идет выставка фотографов наших карагандинских фотоклуба. Так что тут вот можно между делом фотографии посмотреть. Сейчас Игорь Павлович вам покажет. Сегодня мы решили без аукционов. Аукционов сегодня не будет, но сегодня у нас снова будет Володя. Володя со своей замечательной коллекцией. Игорь Павлович, покажите вот эту прелесть. Эти знаки с использованием минералов. Но об этом лучше буду рассказывать не я, будет рассказывать сам Володя, который эту коллекцию собирал с какого года? 76-го. 76-го. Так вот, вот он собирал эту коллекцию с того момента, как я родился, представляете? А мне 45 лет. 45 лет коллекции. Давай, Володя, рассказывай. Всем здрасте. Как говорится, коллекцию собирал с 76-го года. Был первый выпуск коллекции, даже не коллекции, гербов с минералами. Выпускал Екатеринбург, Свердловск тогда. Их было где-то 22 или 24 знака таких. Ну, тоже они продавались в киосках где-то от 15 до 20 рублей, то есть копеек. Ну, были доступны, но не во всех киосках продавались. Но в России продавались там везде. Ну, в Казахстане я в Чимкенте учился. Там где-то купил, по-моему, в киоске несколько значков, по-моему, значка 3 или 4. Потом в Караганде, потом стал ездить. И в России покупал. Сейчас эту коллекцию, как или серию гербов городов Екатеринбургской области доделывала или допечатала или выпускала, выпустил Челябинск. Вот, тоже с разными уже минералами. Если в советское время эти гербы выпускались только с камнями с родонитом, сейчас есть они такие вот с амазонитом много. Есть коллекции, ну, все уже другие идут подборки. Там по штук 10, один идет камень. Ну, естественно, из-за этого цена высокая, это значит, гербов. Факт то, что вот у меня не было одного вот этого герба. Когда я его приобрел, положил в коллекцию, стало грустно. Это последний, как говорится, значок, герб в этой коллекции. Ну, именно у меня. У меня его не было. И стало грустно. Было интересно, хоть даже годами нет у тебя значка, но ты знаешь, что он есть, ищешь, интересуешься, ну, как говорится, этим живешь. Мне даже жена сказала, говорит, продай ее, говорю, ну, это равно себя продать. Я говорю, моя жизнь. Я жизнь положил сюда, это реально жизнь. 45 лет, это действительно целая жизнь. Да. А не то, что некоторые покупают коллекции, потом выставляют, говорят, что жизнь положил. Какую жизнь положил? Купил значки и выставляют. Как-то так. Конечно. Ну что, Володя, серия... а теперь-то что собирать придется? Надо что-то другое собирать, раз это собрано. Ну, грустно. Грустно? Ну что-то надо еще собирать? Ну надо искать. Искать? Надо... Не нашел еще? Нет, еще. Но надо искать, чтобы такое положить. Так что пишите в комментариях, посоветуйте в комментариях Володе, что ему еще можно собирать, учитывая уровень вот этой его этого собрания, его коллекции. И возраст, посоветуйте, уже не маленький. Да, это точно. Поэтому советуйте в комментариях обязательно. И не забудьте прожать Володе лайк. Всем спасибо.